Журналистам удалось побеседовать с Керемом Бюрсином, которого заметили в районе Итилер. Как признался актер, у него было очень много работы в последнее время. Пришлось ездить за границу, забегался, только недавно вернулся. На вопрос, будет ли он работать для интернет-платформы, Керем ответил уклончиво, что предложение есть, однако все будет зависеть от сценария. Также он любит комедии и хотел бы сыграть в комедийном фильме. Напомним, что ранее он говорил о том, что будет проводить переговоры с интернет-платформой Netflix о продолжении сериала «Неживые». Однако по поводу второго сезона проекта ясности Керем не внес, оставив вопрос открытым. Разумеется, репортеров интересовал вопрос о его частной жизни и отношениях с Ириной Сарыкая. Керем подтвердил новости о расставании и попросил более уважительно относиться к их личной жизни. И тоже получил вопрос в лоб о том, как он относится к слухам о том, что с Ириной снова начала встречаться с Чаатаем Улусоем. Керем предпочел коротко ответить, что в эти вопросы он предпочитает не вдаваться, и быстро удалился. Чтобы знать последние новости турецкого шоу-бизнеса и другие интересные факты, подписывайтесь на наш канал Теми на YouTube.